Okay, I fired all my bosses, flipped the bird to my professors. I got way too tired of seeing life through school semesters. When I hop on the mic, I'm talking shit, applying pressure. Всех приветствую, зрители канала Бадабумчик, с вами его ведущий Средний. Этот конфликт уже зашел слишком далеко, настолько далеко, что на этом поле сегодня, здесь и сейчас состоится бой двух воюющих сторон. А именно, встречайте, леди и джентльменс, Влад Бадабум! Okay, I fired all my bosses, flipped the bird to my professors. I got way too tired of seeing life through school semesters. When I hop on the mic, I'm talking shit, applying pressure. Put a fly doors on a matte black Tesla. Pockets on swole like a Dogecoin investor. Trying to get a ride, trying to slide, I'ma check ya. Yeah, stay around the DUK. Ну что, Влад, ты готов к этому бою? Ну что ж, бадабумщицы, всех приветствую. Наконец-таки мы дождались этого момента. К сожалению, бой был перенес из-за того, что я заболел короной. Врачи мне говорили не выходить на этот бой. Но я хочу наконец-таки покончить с кринжом, покончить с этим враньем. И наконец-таки уничтожить Дим Дырыча и наказать этот поносный розовый колпак. Это для меня совершенно не сильный соперник. Но я вам скажу одно. Есть один золотой унитаз, который говорит гадости в моем телеграм-канале. Я не могу говорить эти вещи, поэтому перейдите в ТГ, просто послушайте, что он говорит про меня и какую грязь он льет. Я готов, ладно, я не буду пока говорить, я скажу об этом в конце боя, это будет небольшая интрижка, что я хочу сказать Ивану Золо. Хорошо, Влад, я вижу твой боевой настрой, ты настроен на все 100%. Расскажи, как ты готовился к этому бою? Да на самом деле никак. Максимум, что я тренировал, это свою жопу после прослушивания трека «Ладушки». Ха-ха-ха. Игра начинается. Ну что ж, друзья, а теперь встречайте. Легенда хита «Ладушки», легенда хита «Кубики-Рубики» и легенда всех унитазов. Дим Димыч! Okay, I fired all my bosses, flipped the bird to my professors. I got way too tired of seeing life through school semesters. When I hop on the mic, I'm talking shit, applying pressure. Put a fly doors on a matte black Tesla. Pockets on swole. Всем привет, ребят, с вами ваш любимый Дим Димыч. Ладушки, ладушки, и где были у бабушки? Ну что, я пришел на бой с тугодумчиком, с этой обезьянкой. Посмотрим, что он мне скажет, а я спою ему ладушки. Дим, ты готов к бою? Конечно, я готов к бою, я пропишу ему двойную порцию ладушек, так что он просто запоет мою песню. Расскажи, как ты готовился к этому бою? Ответ простой, я 2 недели поднимал кубики-рубики, качал свои ладушки и смотрел видео, как драться с обезьянами. Ну что ж, я желаю участникам удачи, и мы начинаем. Ну что ж, бойцы, на середину. Так, правила простые, туалетной бумагой не кидаемся, ладушками не бьемся, покажите честный и красивый бой. Подойди, мама. Ну что, ты удалишь бадабум? Удали свои ладушки. Ты бадабум удалишь. Тихо-тихо. Ну что, бойцы, готовы? Да. Бой. Okay, I fired all my bosses, flipped the bird to my professors. I got way too tired of seeing life through school semesters. When I hop on the mic, I'm talking shit, applying pressure. Put a fly doors on a matte black Tesla. Pockets on swole like a Dogecoin investor. Tryna get a ride, tryna slide, I'ma check ya. Yeah, stay around the DUK Vanessa. Okay, I fired all my bosses, flipped the bird to my professors. I got way too tired of seeing life through school semesters. When I hop on the mic, I'm talking shit, applying pressure. Put a fly doors on a matte black Tesla. Pockets on swole like a Dogecoin investor. Tryna get a ride, tryna slide, I'ma check ya. Yeah, stay around the DUK Vanessa. Okay, I fired all my bosses, flipped the bird to my professors. I got way too tired of seeing life. Estes. When I hop on the mic, I'm talking shit, applying pressure. Put a fly doors on a matte black Tesla. Pockets on swole like a Dogecoin investor. Tryna get a ride, tryna slide, I'ma check ya. Yeah, stay around the DUK Vanessa. Okay, I fired all my bosses, flipped the bird to my professors. I got way too tired of Hop on the mic, I'm talking shit, applying pressure. Put a fly doors on a matte black Tesla. Pockets on swole like a Dogecoin investor. Tryna get a ride, tryna slide, I'ma check ya. Yeah, stay around the DUK Vanessa. Okay, I fired all my bosses, flipped the bird to my professors. I got way too tired of seeing life through school semesters. When I hop on the mic, I'm talking shit, applying pressure. Put a fly doors on a matte black Tesla. Pockets on swole like a Dogecoin investor. Tryna get a ride, tryna slide, I'ma check ya. Yeah, stay around the DUK Vanessa. Okay, I fired all my bosses, flipped the bird to my professors. I got way too tired of seeing life through school semesters. When I hop on the mic, I'm talking shit, applying
Да он слабенький, я ему поддаюсь. Я просто могу вынести сейчас. Но мне дыхалка из-за ковида. Корона переболел. Пневмония была. Сейчас тяжело очень сильно дышать. Вот, врачи говорили, не выходи на бой. Но, братва, ради вас. Даже с больными легкими я вышел, чтобы снести колпак розовому по носу. Я ему снес, кстати, розовый колпак. И не один раз. В следующем раунде я снесу его кудрявый ёршик волосатый на голове. Сейчас. Боже мой, ребята, и он так много говорит, и я даже не устал. Я готов даже спеть ему на ушко ладушки. Он все время уходит вниз, сейчас как я ему апперкотик за своих подписчиков влеплю. Я обхожу настоящего Дим Димыча. Фу. Второй раунд, бойцы, готовы? Да-да-да. Бой. Okay, I fired on my bosses, flipped the bird to my professors. I got way too tired of seeing life through school semesters. When I hop on the mic, I'm talking shit. Бро. Что за херня? Продолжаем. Okay, I fired on my bosses, flipped the bird to my professors. I got way too tired of seeing life through school semesters. When I hop on the mic, I'm talking shit, applying pressure. Butterfly doors on a matte black Tesla. Pockets on swole like a Dogecoin investor. Tryna get a ride, tryna slide, I'ma check ya. Yeah, I stay around the D, you can't finesse a fin. Okay, I fired on my bosses, flipped the bird to my professors. I got way too tired of seeing life through school semesters. When I hop on the mic, I'm talking shit, applying pressure. Butterfly doors on a matte black Tesla. Pockets on swole like a Dogecoin investor. Tryna get a ride, tryna slide, I'ma check ya. Yeah, I stay around the D, you can't finesse a fin. Okay, I fired on my bosses, flipped the bird to my professors. I got way too tired of seeing life through school semesters. When I hop on the mic, I'm talking shit, applying pressure. Butterfly doors on a matte black Tesla. Pockets on swole like a Dogecoin investor. Tryna get a ride, tryna slide, I'ma check ya. Yeah, I stay around the D, you can't. Okay, I fired on my bosses, flipped the bird to my professors. Стой. Влад, все нормально? Стой, Дим. Подождите. Можете воды? Стой. Влад, можете воды? У меня легкие. Подожди. Дайте ему чем-нибудь. Влад, может скорую вызвать? У меня после короны легкие горят. Где? Телефон. Стой, дай за скорой. Подождите. Стой. Принесли воды, блядь. Вызвали скорую, как я сказал. Стой, сядь. Дай ему пусть отдышится, сядь. Алло. Подожди, сними перчатки. Да, после боя. Давай. Блин, пацаны, ковид легкий. Все, расслабься, все нормально, стой. Отдышись. Блять. Ты вызвал скорую? Да. Все, скорой уже нет. А что именно, ковид? Я не знаю, я подумал, мы, может, сплетение солнечное попали. Ну что, Влад, тебе полегчало? Да, полегчало, но из-за ковида легкие очень сильно горели, просто... Я хотел бой привести, но из-за ковида я не мог нормально ничего сделать. Из-за этого мне стало плохо. Сейчас. Спокойно. Слушай, я не знаю, я не ожидал. Сейчас, подожди. Спасибо тебе, бро, за помощь. Я прям в шоке, что ты мне помог. Я реально не ожидал, я тебе серьезно говорю. Это прям... Я просто понимаю, что ты бы мог оказаться точно так же на моем месте. Так, я бы тебе... Помог бы. Короче, бро, спасибо тебе большое, реально. Да. Спасибо просто. Да не за что, Влад, у меня вообще претензий, в принципе, к тебе нет. Вот, я был обязан тебе помочь. Да и, в принципе, я хочу предложить тебе уже дружить и не ругаться. Что ты сказал? Дружить.